Замок Димитреску. Может, Роза здесь? Может, Роза и здесь. Может. Значит, с герцогом общаются не только три дочки: Белла, Кассандра и Даниэль. Так, тут у нас что? Конечно, бабло заберем. Как же без бабла? А это что такое? Это лифт. Офигеть. Тут лифт есть? Безрезультатно. Ну понятно. Как это мне все знакомо? Оп. Ладно. Если там нету, значит нам... Смотрите. Понятно. Олень, но не олень. Чё тут пусто? Такое себе. Надо повернуть что-либо, нет? Что-то есть полезное. Нет. Вот же бабло падало везде. Там и заблудиться. Давайте сюда пойдем. Заперто с другой стороны. Все, значит. Вход у нас один. Только сюда. Так, можно ствол уже вытягивать. Как красивенько. Не, ну замки не так жутко, как там, везде. Начнем с того. Изучить. Так, для какого-то предмета. Наршин, искусный мастер 19-го, сразу пока не поселил, по деревне. Четыре лабиринта. Замок, дом на холме. Ну, значит, нас ждет 4 лабиринта, чтобы вы понимали. Понятно. Ждем неприятностей. Так, сохранимся. Не, ну, скажем так. Самое красивое место, которое я пока видел. Вот так. Уютненько все там. Да, тут ничего такого нет, но все же.
хочешь розу? Да, кровь. Да, я переключил. Стрёмно как-то там стало. Ну чё, я вижу, блядь? Меня повесили? Класс. И чё дальше? Надо выбираться, пока они не вернулись. Да тут-то понятно, надо выбираться. Как выбираться? Офигеть. На кинжале меня тут подцепили. А, крючки. Офигеть. Не дай бог кому-то такое. Сука, у меня теперь еще и вторая рука, блядь. Растерачивай, блядь. Ёп. Сорок чокнутых ведьм. Как же это больно, блядь. О боже. Так, надо. Да, да. Болезнь. Я не знаю для чего. Но этот бокал, походу, для чего-то нужен. Тут пусто. Все туда не пройти, да? Подсвечник, нет. Вот это. Это не нажимается. Хотя, скорее всего, это какой-то рычаг. Нам надо выходить. Ну, ложа красивая. Если мы такие стрёмные были ведьмы, то можно было и погостить у них. Ну да. Опа. Получается, отмычку мы использовали. Жалко, что отмычек нельзя покупать много. Они бы пригодились бы. А, кстати, сколько патронов можно? По 30. Значит. Это что? Это, ребята, выход. Давайте подождем. Мне сначала надо тут все проверить. Перчатка, платье. Кого-то раздел. Во. Это вы. Девы урожая. Девы урожая. Все, больше ничего такого нету. Ладно, поехали вниз. Крысам я не пролезу. Вот вам стрёмные места. Кстати,
этот металл падает куда? Ага. То есть лучше всего собирать металлы и тому подобное там, чтобы не занимать место в сумке лишнее. Оно не падает. Запомните, ребята. Не делайте, если вам оно не надо заранее. Кольцо. Облома кристалла. Ну, как вы полагаете, мы все забрали. Куда они забрали розу? Так. Это то, что я там был. Потом вернемся. Жалко. Так, с тарелок тоже ничего не надо. Ага, это я обошел. Давайте. Что это? Кольцо с борцовым глазом. Так, тут каких-то три штуки. Тут одно. Тут два. Наверное... Ну, давай. Здесь этого не использовать. Нет, и нет. Я не знаю, для чего это. Для чего вот это все? Крой маской слепой взор. Короче, надо маски 4 найти. Все, теперь понятно. Конечно, до этого мне ничего не понятно было, а теперь все понятно. За секунду все понял. Ладно. Стоп. Нету никакого маленького тайника. А то от них тут можно все ожидать. Вот, смотрите, дверь. Куда эта дверь? А, это дверь, откуда я приходил. Всё. Ну что, вперед. А, стоп, зелененький нет, не тут. Нас ждет выше что-то. Я не знаю, что нас ждет, но. Друг, где мои бабки? Нету бабок. В общем, там, где большая будет F-ка, то их можно разбивать. Эти, ну, как бы сказать, пустые.
патроны еще набрал. Это прекрасно, но столько, блин. Ага. Это я там был. Видите, немножко уже. Тут ничего такого. Нет, тут все стены, все надо облазить. Потому как все что угодно может где-либо лежать. Тайники эти, блин. Чашка. Что тут? Ой, лучше вам не знать, что тут было. Кто-то видно, блин. Помада. Но не думаю, кровища выпивал, да. И он, скорее всего, был левша. Фу, какая гадость. А там нету ничего такого, нет. Давайте разобьем тут. Баблишко подберем. Нам оно понадобится. Тут чего-то пусто. Заперто с другой стороны. Ну все, значит, наверх. Давайте, наверное, ствол сразу выйти. У меня уже 84 патрона. Ну, типа. 8 человек я могу убить. Предположение. Давайте налево пойдем. Бабло есть и тут. Да, я не пойду. Так, статуя не погрузится, нет? Так, значит, не только бабло-то может быть заперто с другой стороны. Ну, все, значит, поехали дальше. Теперь сюда. Так, сейчас мы сюда вернемся. Давайте вазочку жахнем. 260. Посмотрим. Глаз нужен. Кольцо с бордовым глазом. Самоцвет в виде глаза. Плохо закреплен в конце. Так, глаз можно выковырять. Давайте посмотрим. У меня есть кольцо. Вот. Давайте. Давненько я мужиков не вскрывала. Я тебя повешу, вскрою глотку и буду скрывать.
Взять живым или мертвым? Сам, что выберешь? Ты станешь чудесным украшением нашего зала. Так, а тут что изучить? Ну, изучаем, что? Кроме, блядь, фотографии там ничего нету. Походу там что-то надо. Что надо? Одному богу известно. Поиграй со мной еще. Для мамы ты тухлый, а для меня все. Считается. Первый день в замке я была поражена, увидев, что здесь служит. Да, если доченьки такие, то лучше мамочке не попадаться. Мамочка точно съест.
Да уж. А на хардкоре что было бы? Ой, лучше не знать. Так, это стрёмная комната, честно вам скажу. Но мне надо по-любому посмотреть. Ритуалы, походу, тут какие-то, я не знаю. О. Доверься свету. А тут-то темно. Во, у меня оказывается есть какой-то фонарик даже. Чё это? Ой, лучше не знать. Параша, кто-то тут был. Да если тут такие живодеры, блядь, долго им не жить. Смотрите. Да ну нахер. Стульчик. Как в детстве прям. Ни у кого такого не было. А жаль. Некоторым бы помог бы. Help me, brother. Брат, помоги. Ну да. Да уже тут некому помогать. Кровь, тортуры. Секса только не хватает. Прям грязного. Тут вообще в клетке кого-то держали. Маска в виде поросенка. Что, поросят держали? Или я чего-то еще не знаю? Так, ну чё, да, понятно. Пожрать мне тут не дадут. Кандидаты. Слава богу, меня там нет. Или есть? А, это женщин тут. Тут только женщин пытали. Что-то понимали. На женщину это не похоже. Ну не важно. Может, женщины для другого нужны. Тут вообще непонятно, кто кому для чего нужен. Че тут? Еще записка. Здоровый аппетит, Лоя, здоровый аппетит. Нервозность, порой сильно встревожена. Да, я лучше сюда зайду. И ствол уже приготовлю. Ну чё, я уже слышу друзей. Конечно, предположение. Но там в темноте что-то. Походу шевелится уже.
забаррикадироваться нельзя. Обломки металла какого-то я нашел. Что, ребята, готовимся. Я надеюсь, тут никто не вылезет. Уже поняли, что тут блин стрёмненько. О, круто. Блять. Короче, 5 патронов. Сорян, лишний выстрел. Патронов минимум на это. Самодельная бомба. Ну это цветочки, я так понимаю. Все еще впереди там где-то. Куда оно будет? Ебать, норки, блядь. Я-то думал это. Патроны летят. Ожерелье какое-то. Череп. Не, так немножко легче, конечно, когда ты тут. И впереди надо везде смотреть, да. Вылезти могут откуда угодно. Смотрите, видите? Норки. Я туда не пролезу, не? Я туда не пролезу. Увы. Да и не очень хотелось.
Вот он. Родимый. Так, надо отъебнуть. Такой дядя. Был бы меч, мне бы легче было, чем ножиком махать. Но увы. Чё тут? Но эта дырка не для меня. Увы, тоже. Чё, поднимаемся? Смотрите, опять эти круги. Вот. Чем изучить толку заперто? Это какие-то комнаты. Для чего они, я не знаю. Надо ключ. Ключ, естественно, у меня ключей нет. Но может в будущем будет. Клетка, клетка. Опять эти стульчики стрёмные. Маски. Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Пчелы мне не нравятся. А. Хочу крови. Понятно. Текучей талой крови. Опять это вдаль малышка. Теплая кровь. Отдохнуть в ванне с горячей кровью. Да, в ванне. Не в ванной, тут не в ванной. Кровь нужно выжимать из еще живых. Куда ты собрался, дорогой? Боли мне не страшны. Ты человечишка! Я тебя не прощу, ублюдок! Ты смеешь скалить на нас зубы! Я не ведаю боли! Мое тело разрушается! Это отлично! Пули тебя! Я вскрою тебе глотку и запущу внутрь червей! Оставайся! Не может быть! Давай, давай, иди, киса. Поверить не могу. Какой настырный. Я же тебя должен убить. Только нет. Ребята, вот это жену. Опа-на. Супер. Походу я отымел одну из.
Так, у меня нету... Да, но вы поняли, чего нет. Все. Надо полечиться. Я бы сюда еще прошелся. С вашего позволения. Так, значит, пули не берут. Свежий воздух получается. Даже не свежий воздух, а мороз какой-то, блин. Ну. Так, мне надо еще туда зайти. Если я могу туда зайти. Вход там. Могу ли я как-то туда пройти? Могу. Да. Бабло мне нужно. Минус одна вкусняшка. Мы ее чпокнули. Но я таки не понял. Ну, скорее всего, от свежего воздуха. Других вариантов нет. Вот она замерзла от вот этого. Тяжело было, но... Да меч бы, блин. Ближе его не подпускать к себе. Ой, смотрите, тут... Лучше мне не знать, чье это мясо висит везде. И вам тоже. Лучше не знать. Опять записочка. Подвал она пролила суп. Понятно. За любую провинность. Ой, отлично. Я теперь знаю. В общем, когда я просто стрелять по окнам, а не по ним надо. Ну это. Может, это не для всех работает? Но. Одна барыня этого боится. Итак, мы выходим дальше. Опа. И опять замок несложный. Вот как мне... Мне кажется, мне надо было, блин, того... Как бы сказать... Купца посмотреть, может, у него была схема делать отмычки. Что это? Дульный тормоз. Типа я могу сам Так, а теперь у меня сколько огневуха. Ладно. Опять же отмычка. Опять же непонятно, где мне ее искать. О, отмычка. Поговорили, да?
странная статуя. По-моему, это в комнате, помните, где замок, там типа эта круглая штучка в начале еще. Изучить, там ставить надо какой-то. Вот статуйка. Как вариант. Мы сейчас пройдем. Почему не открывается дверь? Итак. Здесь я не был. По-любому. К дверям подходить не буду. Изучаем. Так, чайники не бьются. На столе ничего ценного нет. Камин. Камин изучайте, это мало ли. Так, это тоже подозрительно. Оп, что здесь? Порох. Порох нам надо. Там три сестры, а одной нет. Вот видите, я вернулся там, где я начинал. Чего-то же ее изучить надо. Для чего? У меня тут только одно. 7 фута. Как в прошлый раз тут все происходило очень быстро. Я ничего не мог обшмонать. Да, вкус у них есть. Так, ну это я туда упал. По второму кругу я не пойду. Мы пойдем следующим путем. Так, оттуда я пришел. Изучаем. Опять же запер. Получается, ничего я тут нового не увидел. Заперто, заперто и все. И то, что я бегал от этой мандой там, блин, которая гонялась за мной. Неужели мне надо выходить отсюда?
Какая это дверь? Так, это там, где я побывал. Вышел я отсюда. Четырех, чтобы их маски надеть. А, видишь, круглая. Тоже интересно. Хо-хо-хо! Мы снова встретим. Герцог, вот. Зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично? Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Вдруг повезет. Да и, кстати, купите ей что-нибудь. Да, кстати. Если только посмотреть витрину вон там. Прошу вас, изучите мои новые товары. Что это? Ну, это еще далеко. Патроны дробовику, снайперские схемы. Ага. Вообще патроны 1400. Блядь. 4 патрона 1000, блин. Ну так себе. А, у меня уже 130. Урон. Темп. Нет задачи важнее, чем добыча товаров. Нет ничего важнее. О, я же могу тут продать.
Куплю я охотно. Ваши деньги. Так, а вот теперь... Все это инвестиции, Итан. Можно и посмотреть что-либо. Первое, вот это. Бог дал человеку спину для ноши, но пытаться унести так много... Что покупаем? Заходите еще. Ах да. Ну мины точно мне не надо. Припасы купи сегодня же либо завтра. Интересных приключений. Мы сюда попасть только из этих масок. Там вот изучить. Я не выкупаю. Что-то можно изучить. В одном месте есть что-либо изучить.
Карта где-то есть, но, блин, как там пройти? Загадай желание называется. Но отгадка где-то есть, по-любому. Высока. А тут чё свысока? Офиг его знает. Походу придется мне обратно лезть туда, в этот погребок. Я там все обследовал. Единственная загадка с той штучкой. Я не выкупаю, для чего она. Наверное, мы сделаем так. Сохранимся сейчас.